Всем привет, друзья! У нас с вами сегодня радостный день. Мы подводим итоги розыгрыша, который неделю назад стартовал на нашем канале. Сейчас я объявлю вам, какие парфюмы уйдут кому-то из счастливчиков в подарок. Я заявлю два, вы можете выбрать какой-то один, посмотрев обзор. Вообще, изначально я хотела разыгрывать ароматы Ромео и Джульетта, но подумала, что все-таки стоит как-то особо отметить этот день, и поэтому выбрала более подарочные варианты. Первый аромат у нас называется Rage of the Ocean от бренда Aurora. Напомню вам, как он красиво выглядит. Запах там супер классный. Мне он прям сильно понравился. И я им и сама пользуюсь. И второй аромат также от бренда Aurora. Вот в такой коробке. Если помните, я не так давно делала на него обзор. Внутри там прячется довольно тяжелый древесный такой парфюм. И, конечно, оформление, коробка, все просто шикарно выглядит. Называется аромат In the Now Heland. Я думаю, что он украсит полочку любого человека. В розыгрыше у нас с вами приняло участие 169 человек. Сейчас еще раз посмотрю последний комментарий. Да, все верно. И с помощью генератора случайных чисел мы с вами будем сейчас определять победителя. Выставляю. Поехали. Победитель под номером 144. Сейчас посмотрим, кому достанется какой-то из парфюмов в подарок. Я вас всех благодарю за активность. Мне было очень приятно читать теплые слова. Было очень интересно почитать, какой набор нот вы любите. Иногда, честно скажу, попадались прям, ну, очень экстравагантные варианты. Здорово, что мы с вами все разные. Спасибо, что смотрите наш канал, проявляете свою активность. Мне это дает бешеную мотивацию просто снимать для вас как можно больше контента. Мне, кстати, уже пришла посылка с ароматами, которые вы заказывали под одним из постов. Я их все собрала. И, наверное, с завтрашнего дня уже начну снимать что-то по вашим пожеланиям. Так, я нашла счастливчика. Честно скажу, имени здесь не написано. Но парфюм уходит кому-то, кто любит фруктовые, ягодные и пудровые ноты. Под комментариями мы с вами свяжемся и отправим вам один из ароматов на выбор. Ну а у нас конкурсы будут, я думаю, теперь проводиться чаще, потому что вас все больше. Завтра начну снимать для вас новые обзоры. Всем огромное спасибо за участие. Пока-пока!